Приветствую всех подписчиков гостиного канала, с вами Лена Смирнова. Я как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня на обзоре у меня новый майнер по криптомонете Dogecoin. Друзья, абсолютно без вложений. Называется FaucetPay Dogecoin Mining Platform. Здесь можете почитать, перевести на русский. Здесь последние выплаты. Без минималки на вывод. Регистрация здесь и авторизация по email адресу от FaucetPay. Не кошелек, а email адрес. Вводим email адрес. Кликаем старт. И заходим. Все, я зашла. Когда вы зайдете в первый раз, у вас здесь будет полоска «Запустить или обновить», как-то так. Переведете на русский, почитайте. Кликните на эту полоску, чтобы запустить майнер. Я кликнула, у меня появилась вот такая вот страничка. И вот здесь у нас майнится наша монетка. А если опустимся чуть ниже, находится наша реферальная ссылочка. И здесь история. Моя. Значит, вот это майнер баланс. Это баланс вывода. Значит, я кликаю. Мне нужно собрать вот эти Dogecoin'ы, чтобы вот этот баланс перешел на баланс вывода, так как у меня приостановлено. И в минуту у меня идет начисление вот такое количество Dogecoin'ов. Клик вот на эту красную вкладочку. Нужно разгадать капчу. Кликаем Claim. Страничка загрузится. Я монетки собрала. Окей. И вот сейчас у меня начнет майниться по новой. Пойдет таймер. Запустится. Вот он пошел. Через минуту я могу опять собрать. А это баланс вывода. Я копирую вот эту сумму. Я всю ее не копирую. Ну, сейчас посмотрим. Потому что я вчера пробовала всю сумму выводить. У меня ровное число должно быть. Так, я ее скопировала. Кликаю на вкладочку «Вывод». И вот здесь у нас вкладочка «Вывод». Здесь выбираем типа криптовалюту. Здесь один Dogecoin. Возможно, впоследствии добавят, не знаю. Сюда прописываем сумму. И вот эти циферки уберу. Подождите, не вижу. Поставлю ровное число. Значит, что у меня? 3 нуля. 86. И разгадываем капчу. Кликаю «Вывод». Сейчас страничка обновится. Все. Вот мои монеты инстантом ушли на FaucetPay. Окей. Идем на кошелек. Я обновляю страничку. И Free Dogecoin Miner. Вот мои монеты. Вот они. 8 ноября. Также я вчера выводила с него.
Ридуги майнер. Вот мои монеты 7 числа. Вот еще мой вывод. Я выводила. Ридуги майнер. Здесь вот опять я выводила. Это все 7 числа. И абсолютно без вложений мы зарабатываем, собираем монеты. Это домашняя страничка. Ну, здесь как бы выход. Ничего такого нет. Основные моменты я вам показала. Вот у меня. Я опять собираю монеты. Так, 1, 7, 3. 1, 7, 3. Клейм. Сейчас страничка опять обновится. Монеты я собрала. И, как видим, опять идет таймер. Сейчас я скопирую сумму вот эту. Кликаю вывод. Опять я выбираю Dogecoin, ставлю. Ставлю сумму. Я вот видим, да, целое число. Что у нас здесь? 4, 1, 7. 4, 1, 7. Кликаю вывод. Все в режиме онлайн. Монеты мои вывелись. Но они берут небольшую, да, комиссию. Ну, это бог с ним. Пока дает, надо брать, я считаю. Опять перезагружаю страничку. Опускаюсь ниже. И при Dogecoin Miner. Вот мои доги. 8 число. Платит инстант без минималки на вывод. Собрали, вывели, собрали, вывели. Кому интересно, работайте, зарабатывайте. Здесь апгрейд есть. Я вот не знаю, что это. Давайте посмотрим. Так как я без вложений работаю. Угу. Здесь можно делать апгрейд. За $1 апгрейд работает 30 дней. И что? Минимум вот такое количество Dogecoin'ов. За что у нас 25 тысяч. И максимум 11 монет. Это по желанию. Хотите делать апгрейд. Как я сказала, абсолютно без вложений. Сюда дашборд возвращаюсь. И вот у меня монетки майнятся. Всех благодарю за просмотр. Работайте, зарабатывайте. Мне интересно, пройдите мимо. До новых встреч!